Выставка «Три шедевра Левитана» в Чувашии открылась сегодня в отделе русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея. Полотна предоставила Третьяковская галерея. Хочу представить вам три свои работы, которые уже успели получить общественное признание и нашли отклик в сердцах ценителей моего таланта. Софья Петровна. Влюбленный Исаак Ильич Левитан готовит сюрприз Софье Петровне Кувшинниковой. Это, конечно, театральная постановка. Впрочем, подарок настоящий для жителей Чувашии. Впервые Третьяковская галерея привезла в республику полотна известного живописца. Я хочу сказать, что это знаковые произведения Левитана. Они практически постоянно находятся в наших залах, постоянной экспозиции. И когда мы принимаем решение о том, что на какой-то срок картина покидает свои родные места на стене в зале, это всегда серьезное и осмысленное решение. Одно из главных требований Третьяковки – создание идеального для картин микроклимата в помещении выставки. Чтобы выполнить его, музей закупил специальное оборудование. И теперь жители республики могут увидеть три произведения – «Весна, большая вода», «На Волге» и «Свежий ветер, Волга». Последняя – фаворит депутата Госдумы страны Анатолия Аксакова. Да, и на берегу Волги эта картина по-особенному играет, поэтому здорово, что ее привезли. И мы имеем счастье прикоснуться к этому величайшему искусству. Как рассказал директор Чувашского государственного художественного музея Геннадий Козлов, в тон именно этой картины он сегодня подобрал галстук. Левитан – его любимый живописец, так что уснуть от волнения этой ночью он не мог. А «Свежий ветер на Волге» – это же такое потрясающее произведение. Столько оптимизма впрессовать в холст может только великий мастер. Глядишь на это произведение и понимаешь, что надежда есть. Чтобы как можно больше человек смогли посетить выставку, отдел русского и зарубежного искусства Чувашского художественного музея переходит на особый режим работы без выходных с 10 до 20 часов. Такие картины, которые имеют уже богатую историю, запускают очень волнительные эмоции в душе каждого человека, в особенности ценителей искусства. Спасибо всем, кто приложил свои усилия для того, чтобы это событие в Чувашии состоялось. Приобрести билет можно по пушкинской карте. Не у всех есть возможность поехать в Москву. Не у всех наших ребят есть возможность, даже приехав в Москву, посетить Третьяковскую галерею. И уникальность в том, что сегодня эти три шедевра у нас здесь. Лучше один раз увидеть вживую, чем 100 раз по телевизору. Полотна Левитана пробудут в Чувашии до 3 декабря. Посетить выставку можно по предварительной записи. Ольга Пырочкина, Николай Скворцов. Национальное телевидение Чувашии.